Я отдал Юру уже лет примерно 40. Мы были большими друзья с Юрой покойными. Все праздники, все вечера мы проходили вместе. Мы ходили, каштак делали, друг другу ходили. Вот дети их не все выросли на моих глазах, на наших глазах. Юра вообще практически прожил красивую, интересную жизнь. Не считая последние годы его жизни, но он тоже очень красиво. Он был действительно большой, широкой души. У меня была проблема, насколько он говорил о порядочности человека. Юрий был действительно очень порядочный человек. У меня случилась беда. Я имел проблему. Меня посадили, должны посадить в тюрьму. И свои баксы, чтобы кому говорить, для своей семьи оставил. И часть баксов своих я доверил Юре, на его имя поставил, ему ключи отдал. Я дал ему, когда я уже пришел после тюрьмы, я его опять получил. Можете представить, насколько он порядок человек, и они маленькую товар ему оставил. Как я ему оставил, так он мне вернул. Это надо было быть таким человеком, чтобы ему доверить свое богатство. Надо было не так, надо было много, вы знаете, надо было немного. Все родственники, все были, кто в Самарканде, кто в Ташкенте. Мы на несколько семей были, практически 20 евреев. Но все, которые были здесь, жили, нас мало было, но мы все очень подружились. Мы как из неродственников, мы сделали родственников, а до сих пор дня мы очень близки со всеми, которые первые годы были в это время вместе. Следующий был прекрасной женой ему. Он был прекрасным мужем. Дети все время покрушились вокруг него.